それは全人類悲願の夢だった。バディオン、1961年世界初の有人宇宙飛行に成功。その飛行士の名は、ユーリー・ガガーリン。Офицер, решением Государственной комиссии по подготовке космических пилотов. Как человек перенесет состояние невесомости, нам до конца неизвестно, и вы это хорошо знаете. Гарантий стопроцентного успеха нет и быть не может. Тысячи тысяч будут летать, но запомнят первого. Понял? Первым полетит Гагарин. А мы тебя здесь не подведем. Волнуйся, тезка. А что там со мной будет? Сможешь. Чтобы космонавт по возвращении рассказал всю правду. От этого, если хотите знать, зависит будущее космонавтики. Ты мне обещаешь, что все будет хорошо. 想像してほしい。前人未到の宇宙飛行に挑んだ男の本当の恐怖。そして本当の勇気。Связь утрачена над Средиземным морем. ガガーリン、世界を変えた108分。